Одесский мессианский ретрит. Это круто. Третий день. Шалом, друзья. Это третий день мессианского еврейского ретрита. Здесь в Аркадии замечательно. Собрались еврейские мессианские общины и церкви этого города, чтобы славить Господа. Здесь прекрасное время, прекрасное общение. Приезжайте, мы вдохновляем, что вы здесь найдете много новых друзей. Какие те мечты, о которых вы уже сдались? Жизнь наполнена Твоей любовью, Твоим миром, Твоей радостью, Иисус. Вот видите, что ретрит с детьми делает? Я взял две проповеди, два послания и сблендовал их в одно. So you're going to get two for the price of one. Поэтому вы получите сегодня две проповеди по цене одной. Сегодня третий день Одесского мессианского ретрита. И я просто плакать хочется от того, что Бог касается, я даже не ожидала. И это действительно как сидишь в яме, и Господь тебе говорит, что поднимайся, вставай, и у меня есть план для тебя, и он продолжается. Хочу сказать, что было замечательное прославление. Было много танцев и было очень много глубины в Божьем Слове. А кто из вас чувствовал вину не с того повода, что отпочивал? А кто из вас чувствовал вину, потому что вы отдыхаете? Ну и яблочко. Все, да? Всем пока, до новых встреч, до нового выпуска.